каждого человека обязательно происходит случай, когда можно сказать, судьба дала ему шанс или судьба дала ей шанс состояться в избранной профессии. Вот такой вот шанс судьба подарила мне 5 лет назад. Мне, Тамаре Нехай, которую художественный руководитель филармонии, директор филармонии Зорцкуж Эчхот пригласил в качестве солистки и хормейстера в государственный ансамбль песни и танца Адыгеи «Исламей». И я из художественной самодеятельности сразу попала в такой серьезный коллектив. Но это, знаете, сродни чему. Вот стоишь ты у подножия горы, например, Эльбрус, и вдруг тебя вертолетом поднимают на самую макушку. Вот такое было ощущение и у меня. Это была моя первая вершина. Репертуар я пела, о котором может мечтать любая певица. Адыгейские народные песни в блестящей совершенно обработке нашего художественного руководителя, композитора Аслана Нехая. Но я по гороскопу Овен. А Овен всегда ищет новые ощущения, ищет новую сферу приложения сил. И вот уже второй год я штурмую свою вторую вершину телевидения Республики Адыгея. Вы знаете, после пения эта профессия мне нравится больше всего. Я совершенно убеждена, что один в поле не воин. И мне везло на встречу с людьми. Я работала с прекрасными профессионалами в ансамбле. Я работаю с удивительными людьми на телевидении. Я встречаюсь и здесь, в Нальчике, тоже с удивительными людьми. Вы знаете, как певица, я себя почувствовала именно в этом городе. И я благодарна нальчанам за то, что в 91-м году на концерте, который состоялся в ДК профсоюза строителей, когда я пела адыгейскую народную песню о Хатхе Магомете, на втором куплете я почувствовала дыхание зала. И я почувствовала себя певицей, я почувствовала, что я нужна, что мое пение нравится, вдохновляет. Ну, в общем, я почувствовала нужность своей профессии. За это я бесконечно благодарна городу Нальчику и вам, дорогие нальчане. Сегодня я спою вам разные песни. Те, которые я пела в ансамбле «Исламей», те, которые я не пела в ансамбле «Исламей», а спела, когда я ушла из этого коллектива. И спою песни Джанхота Натхо, Юрия Чирга, Виктора Позднякова. Вы услышите разный мой голос, и я надеюсь, что он вам понравится и доставит хоть чуть-чуть радости. Итак, добро пожаловать на песню. Thank you.
Oh,
дождей,
про мосты, про верность другу, про моих врагов. А было и настоящим тихо-тихо спой. Пусть зайдет над миром спящим добрый голос твой.
сжечь мосты, и не надо памяти. Сжечь мосты и уйти от прошлого. Дни пусты в этой снежной замети. Кинуть под ноги счастье крошево. Значит, есть было все-таки. То, о чем жалеть, из чего маяться, ни к чему твоя расчетливость, посмеяться лишь и останется. Что же ты, чего тебе так жаль? Мосты, не вся жизнь ведь прожита.
жила. В этот добрый Новый год исполнятся мечтания. Мы желаем счастья вам и желаем радости. Все разделим пополам до глубокой старости. Мы желаем счастья вам и желаем радости. Все разделим пополам. Если видишь радость все, и удача к вам придет, сбудутся желания. В этот добрый Новый год исполнятся мечтания. Мы желаем счастья.